а у нас отключили воду. Как помыть вот этого прекрасного котенка, который завтра переедет в новый дом? Что для этого нужно сделать? Берем полотенце, шампунь, на всякий случай берем прищепку и пошли мыться. Для того, чтобы помыть кошку, мы приготовили 2 тазика и кувшин. В этих тазиках и кувшине будет водичка разведена горячая. В данном случае, когда у нас нету горячей воды и нам надо очень быстро прополоскать животное, я буду использовать вот такой шампунь. Он с дозатором, очень хорошо пахнет, очень хорошо смывается. Вы можете использовать абсолютно любой шампунь, который хорошо смывается. Например, компания Green Made или компания Calife. Любой из этих шампуней очень хорошо смывается и очень быстро. То есть вам не надо будет использовать очень-очень много воды для промывки вашей. Так, вот она наша пуговка. Вот она, деточка. Что мы делаем? Фиксируем вот так. И начинаем мочить. Если котенку покажется, что водичка горячая, можно будет добавить холодной. Ну, мы здесь немножко слегка добавляем водичку. Держим вот так вот за холочку, прижимаем немножко. Наша задача намочить ее. Давай, думаю, хороший. Можно даже вот так вот придерживать, то есть фиксировать. Именно держать вот здесь. Это главное. Далее мы берем вот такой шампунь. Я делаю тихо-тихо. Бежать хочет. Буквально 2 нажатия на такого котенка. И вот так вот быстренько по тельце 2 руками растираю ее. То есть она будет шевелиться. И тоже вместе с ней подстраивайтесь под котенка. Если будет совсем худо, тогда прищепочку из вас пользуйтесь прищепочкой и все. Вот мы хорошо ее помылили. Шампунь очень хороший, мылится хорошо и смывается хорошо. Вот мы ее намылили всю. После стерилизации шовчик тут помыли, да? Вот, и теперь надо смыть. Что мы делаем? Просто вот так вот водичкой придерживаем ее. И вот так вот смываем. Да? Смываем вот так вот. Хорошо, хорошо. Пуговка. И гусей, и пуговкой, и по-всякому тебя называю. Люблю, потому что. То есть вот первый смыв произошел. Водичку эту сливаем. У нас заготовлена еще вода. Сейчас мы вот это сольем. Нальем хорошей водички. Тепленькой. Прополощем еще разочек. Смывается очень хорошо. И такой, послушайте. Слышите такой звук? Это говорит о том, что промывается. Что шерстка очень чистая становится. Да? Пуговка. Я держу котенка головой от себя, потому что они прыгают, скачут, бывает, чтобы вас не поцарапали. Вот и все. Ну и финально тут еще в тазике полощем водичка чистенькая. Вот, намылись. Вот так вот. Отжимаем немножечко шерсть, чтобы основная вода ушла. И закутываем в полотенце. Полотенце заранее махровое подготовили. Вот так вот запеленали. Вот.
и сохнем. После того, как вытерли махровым полотенцем, немножко промокнули, чтобы основная вода впиталась, а котенок сам вылизывается. Шерсть быстро высохнет, будет шелковистой, приятно пахнуть. В сегодняшнем видео у нас участвовала вот такая вот замечательная девочка, Пуговка. Она завтра уже переедет в новый дом, чистенькая. Как вкусно пахнет!